Это «Сейчас в регионе» на канале ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. И вначале информация от энергетиков. Батареи в наших домах остынут еще не скоро. Изначально планировалось отключить отопление в Архангельске 22 мая. Но из-за низких температур воздуха сроки окончания отопительного сезона переносятся. Гидравлические испытания, соответственно, тоже откладываются. График отключения горячей воды в областном центре будет скорректирован и опубликован на сайте администрации Архангельска. Депутат областного собрания Татьяна Сидунова и экс-директор лагеря «Кучка» с Ларисой Третьяковой признаны виновными в массовом заболевании детей. Приговор Пинежского суда вступил в силу. Напомним, летом 2014 года в лагере «Кучка» 7 несовершеннолетних детей заболели чесоткой. Сидунова и Третьякова эту информацию от надзорных органов скрыли. В итоге суд назначил им 2 года условно. И это еще не все. Прокуратура области хочет лишить Сидунову депутатского мандата. Вопрос должен решиться на ближайшей сессии регионального парламента. Сегодня 95 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. В советское время пионером был почти каждый школьник. Не принимали только отпетых хулиганов. А уж исключение из пионеров было высшей мерой школьного наказания. Сегодня ветераны пионерской организации и молодые активисты Поморья вспоминают то время. В честь праздника во Дворце пионеров прошел концерт под названием «Слет поколений». Зрителям рассказали историю становления пионерского движения в Архангельске, поздравили ветеранов организации и вспомнили о пионерах-героях, погибших на фронтах Великой Отечественной. Главная идея встречи – передать молодому поколению принципы, которые несла в себе пионерия. Быть пионером в то время – это значит быть одним из лучших, хорошо учиться, хорошо трудиться, помогать друг другу. Кто плохо учился, у нас вот была такая взаимопомощь. Мы даже домой приходили и мы занимались. Дело пионеров живет и в наше время. 2 года назад по указу президента было создано российское движение школьников. Это преемница пионерской организации. Это наши пионеры, скажем так, которые участвуют, лидеры общественных движений, молодежных, детских общественных движений. Активно участвуют во всех сферах нашей жизни. И абсолютно правильно, что молодежь вместе со взрослыми сегодня с нами, с чиновниками, также принимает определенные ключевые решения. Российское движение школьников организует творческие конкурсы, олимпиады, различные патриотические акции. Все мероприятия новых пионеров проводятся на базе общеобразовательных школ. Вступить в организацию может любой школьник старше 8 лет. У нас проводятся различные мероприятия, на которых ученики могут показать, на что они способны, и показать, как они научены в школе. Вадим Федосеев, Дмитрий Ушков, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. 95-летию пионерской организации посвящена научно-практическая конференция в САФУ. Форум, кстати, всероссийский. Центральная тема – инновационные технологии в воспитательной работе с детьми и молодежью. Конференция началась с флешмоба, на котором волонтеры провели зарядку. Все в лучших традициях пионерии. Деловая часть конференции началась с пленарным заседанием. В САФУ реализуется более 35 образовательных программ педагогической направленности. Работает в УЗИ и волонтерский центр. В его рядах 1500 участников. То, что сейчас возникает в виде движения школьников, разного рода общественных организаций, это восполнение того вакуума, который возник в последние десятилетия. А следующий год тоже ведь является юбилейным. Мы с вами будем отмечать столетие комсомола. В течение 2 дней участников конференции ждут лекции и мастер-классы от экспертов в области воспитательной работы. А сегодня в Высшей школе психологии и педагогического образования пройдет выставка презентации итогов конкурса творческих работ, посвященных пионерии и современным молодежным организациям. Урок «Арктика. Фасад России» прошел сегодня в 14-й школе Архангельска. В преддверии Дня Полярника губернатор региона Игорь Орлов рассказал о знаменитом Папанинском дрейфе. 274 дня весь мир следил за перипетиями жизни четверки отважных советских полярников на дрейфующей льдине. С тех времен прошло уже 80 лет, а знаменитая экспедиция «Северный полюс» под руководством Ивана Папанина навсегда вошла в историю. Вы знаете, мы хотим сегодня, чтобы наши ребята, живущие в арктической зоне Российской Федерации, воспринимали эту территорию не как некое виртуальное пространство, находящееся где-то далеко. Они должны знать, что это их земля, им здесь жить, им за нее нести ответственность, оставлять ее будущим поколениям, и они должны об этом знать. Игорь Орлов рассказал школьникам и о научных арктических экспедициях современности. Плавучий университет, Арктика, территория диалога – эти проекты, которыми может гордиться Архангельская область.
Житель Вычегодского отправится в тюрьму за то, что угрожал пистолетом ребенку. Расследование уголовного дела длилось больше года. Неоднократно судимый мужчина обманным путем заманил двух несовершеннолетних в квартиру, где гуляла пьяная компания. Присоединиться к ним подозреваемый заставлял подростков с помощью оружия. По версии органов предварительного расследования, в один из дней января 2016 года подозреваемый, приставив пневматический пистолет к голове несовершеннолетнего потерпевшего, высказывал его адрес угрозы убийства. Исходя из сложившейся обстановки, несовершеннолетний потерпевший данные угрозы убийством воспринимал реально и боялся их осуществления. Уголовное дело по статье «Угроза убийством» направлено в суд. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Их скулы натренированы улыбками, они всегда знают ответы на вопросы «что, где, когда». Они – волонтеры. Губернатор региона встретился с ребятами, которые работали на форумах «Арктика – территория диалога» и «Арктика сделана в России». На международных форумах, которые состоялись в Архангельске, эти ребята не были в центре внимания, но всегда оставались в эпицентре событий. Словно маленькие винтики, волонтеры обеспечивали надежную работу огромного механизма. Сегодня пришла пора воздать им по заслугам. Губернатор Игорь Орлов отметил самых достойных. Мы с вами делали одно очень большое дело. Дело, которое определяло место и роль нашего региона, нашего университета и в целом всей Российской Федерации – в большом важном проекте «Арктика. Территория диалога». У нас все получилось, за что вам огромные слова благодарности, низкий поклон, поздравления. Поблагодарил глава региона и Антона Пономарева. Он прошел конкурс в 40 человек на место, чтобы внести свой вклад в работу молодежного форума «Арктика сделана в России». У меня была задача работать в штабе форума, но помимо работы в штабе я уже успел поработать и с прессой, и с командами участников. Ну, то есть была такая обширный набор функций. Это и новые возможности, в том числе и какие-то и знания, и опыт. Бесценный опыт, а заодно и благодарность Росконгресса получила Дарина Дедова. Роль волонтера она примерила на себя впервые. И сразу ответственная задача – работать на информационной стойке международного форума «Арктика. Территория диалога». Принять участие в таком мероприятии получает шанс не каждый, и мне бы очень хотелось попробовать свои возможности. В мои обязанности входило знать о всех предстоящих мероприятиях, а также расписание шаттлов и о размещении гостей. Это опыт организации, опыт коммуникации, что непосредственно связано с моей будущей профессией. И таких заинтересованных, неравнодушных ребят набралось без малого 400. На международных площадках они занимались встречами-проводами гостей, их аккредитацией, помогали в подготовке культурной, спортивной, научно-образовательной программ и многое-многое другое. При этом получали важные знания и навыки и на своем уровне делали вклад в будущее региона, а значит и в свое собственное будущее. Алексей Карельский, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. О новостях региона продолжим рассказывать вам в 16 часов на канале ПС. Не прощаюсь.